говорит, что в Nissan Куб не поместится ничего, то вот целая машина добром набита, включая сушилку для вещей, мультиварку, коврики, гантели, всякая хрень, и даже микроволновка есть. Вот. Лучше газели любой. Ну что, народ, вот столько в Nissan Куб 2000 года, может, есть и одна баба, и один мужик еще. Грузовой лифтик такой.